Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Вы смотрите 13-ю серию прохождения игры DMC Devil May Cry. Назови имя. Назови имя. Вергилий. Вергилий, я не знаю, кто ты и почему у тебя хватило глупости напасть на меня. Но я знаю, что ты кое-что знаешь для этой девчонки, а эта девчонка кое-что значит для тебя. Также я знаю, что сотрудничаешь с Нефилимом. Мне нужен Нефилим. Тебе нужна девчонка. Жизнь на жизнь. Справедливый обмен. Интересно? Мандос известно меньше, чем я думал. Ему известно только мое имя. Он не знает, что я твой брат и что я Нефилим. Чтобы выдержать, ей пришлось много страдать. Да, она много сделала. Но мы не можем ее спасти. Что ты имеешь в виду? Ты вправду думаешь, что я обменяю твою жизнь на ее? Я не говорю это. Кроме того факта, что ты мой брат, ты еще и ключ к уничтожению. Я не говорю, что мы обменяем меня на нее. Я говорю, что мы продолжим другой обмен. Кэт на любовницу Мандоса Лилит. Чего бы это Мандоса заботиться об одной из своих баб, потому что она носит его ребенка? Что? Откуда тебе это известно? Когда я был в башне, я встретил демона по имени Финиас. Он рассказал мне. Да, я слышал это имя, но это поразительно. У нас есть доступ к нерожденному ребенку Мандоса. Это именно то, что нам нужно, чтобы выманить его из своего логова. Нет, мы воспользуемся этим, чтобы спасти Кэт. Данте, это безумие. Ты рискнешь будущим человечеству ради девчонки? Кэт прошла 7 кругов ада, чтобы защитить нас. Мы найдем другой способ добраться до Мандоса. Данте. Я не брошу ее. Я знаю. Ладно. Сделаем по-твоему, брат. Начнем. Любовница Мандоса Лилит держит в центре города эксклюзивный клуб для высшего общества. Звезды спорта, отпуски богатых родителей, банкиры и так далее. Демоническими веществами торгуют в открытую. Она посаживает ничтожных слизняков на эту дрянь, превращая их в бездушных подсобников демонов. Сегодня вечером она будет там. Ого, вы не войдете. У вас нет списка. Теперь есть. Эй, Данте, хочешь потанцевать? Давненько не виделись, дорогой. Ну что ж ты, давай. Эй, я с тобой говорю. Давай потанцуем. Не сейчас, эй. Да уж ладно, не иди в задницу, Данте. Данте. Данте здесь. Сын Спарды. Мандос желает его смерти. Если я доставлю его труп Данте, он будет очень мной доволен. Как думаешь, мой малыш? Может, сначала мы немного с ним поиграем? Да. Хочешь потанцевать? Да, потанцуем. Данте, сын Спарда. Обычно мы не пускаем сюда диких крыс, но я так много слышал о тебе. Я
О, держи ритм, Данте, держи ритм. Играй по правилам. Ну что же. Потанцуем, говоришь? Хорошо, давай потанцуем. Я надеюсь, что несмотря на 13-ю серию, на такой ничтивый номер, все у нас получится хорошо. Бог мой, ты настоящая звезда эстрады. Как жаль, что ты должен будешь умереть. Так, стоп, не то. Вот это вот. Так, уходим. Уходим, я знаю эти штучки. Ах ты ж, блин, бесполезная штука. Я все время забываю, что на определенных типов демонов действует только определенный тип оружия. Так, ну ладно, хорошо. Давай сначала разделимся с простыми, они более быстрые. И гораздо быстрее умрут. Так, ну а теперь уже, собственно, перейдем к нему. Ну что, нравится тебе? По-моему, он и вправду нравится. Так, хорошо. Иди сюда. Готов. Ведьма. Люблю ведьм. Очень люблю. Так, тихо. Да чтоб тебе. Так, давайте к ней подберемся. Ах ты ж черт. К ней не так просто подобраться. О, Данте, ты не стараешься. Давай же. Так, ну вот так вот вроде неплохо. Промахнулась. Так, тихо. Блин, почти уклонился. Снова эта хрень. Нет, ты так просто от меня не уйдешь. Иди сюда, дорогая. Еще не все. Тихо, уходим. Ха-ха-ха, ты и вправду безнадежен. Ошибаешься. Ага, когда она в этой защите, мы ничего не сможем сделать. Хорошо. Где она? Вот она. Блин, какая же она живущая, а? Вы только посмотрите на это. Офигеть. Ну наконец-то, блин. Скажи мне, Данте, что привело тебя сюда? Музыка? Пузырьки шампанского? Девочки? Или, быть может, это имеет нечто общее с этим засохшим и сломанным цветочком, а? Я пришел сюда за тобой, Лидит, так что спускайся вниз, мать твою. Я бы спустилась, Данте, но как бы тебе сказать, ты слишком низко. Офигеть. Это что-то новое. Приветствую, мои милые создания, в человеческом и других обликах. Превращение ночного клуба в клуб бойцовский. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию особое шоу. Пейте, ловите кайф. Блин, еще эти сволочи. Как же их ненавижу. Долбаные гарпии. Так, ладно, хорошо, давайте сначала с ними разделаемся. В таком случае. Одна готова. Где еще одна была? Вот она. Готово. Так, ну а теперь ты, мясник. Толстопузый. Давай. Да чтоб тебя, нифига себе. Так, ну хорошо.
Нравится? Готов, отлично. Блин, и долбанная собака начинает лаять меня опять. Вы ж мне просто простите. Так. Блин, этот раунд будет потяжелее, мне кажется, даже чем с гарпиями. Хотя, как знать. Так, главное не податься на бензопилу этого парня. Так. Еще парочку готова, отлично. Супер. Отлично. О, да. Ты ведь не представляешь, с кем имеешь дело, а? Я очень хочу узнать. Тогда мы здесь еще немного изменим. Да уж, милость, конечно, на территории демона. Сделано не очень хорошо. Я подготовила это испытание специально для тебя, Данте. Я здесь для того, чтобы играть в твои игры. Это мой клуб, и тебе придется играть по моим правилам. Справедливо. Ну хорошо, давай сначала что-нибудь улучшим. Так, расплата уровень 2. Дополнить успешно я не хочу. Так, нафиг, мятежник. Давайте, наверное, еще улучшим. Воскресшего. Фейерверк. Так, расправьтесь с окружающим данными врагами, сильно и с размахом, выстреливая по ним 3 заряда. А плюс X одновременно. Замечательно. Ну и давайте, может быть... Нет, пока попробуем сначала, не будем второй уровень прокачивать. Так, способности понятно, черные и белые понятно. Может быть, аквилу еще улучшить. Воздушный баян так не хочу. Калибр уровень 2, вот это, наверное, нормальная тема. И торнадо. Супер. Ну что же, посмотрим. Ага, нифига, прикольно. Такая ковбойская тема. Неплохо. Что это, мать его? И что теперь? А, я, кажется, понял. Нет, подождите. Вот так вот, наверное. Добро пожаловать на шоу «У дьявола есть талант». Все довольно просто, Данте. Выживешь, и зритель в прямом смысле будет твоим. По существу это означает, что мне придется вырубить твои мозги самой. Поиграешь, и ты и твоя подружка умрете. Удерживайте РТ, чтобы адские полы не причиняли вам вреда. Окей. Адские полы, говоришь, значит? А, понял, нифига себе. Оригинально. Так, хорошо, дальше-то куда? Приступим-ка, а? Раунд 1. Для такого одаренного парня, как ты, будет просто увеселительной прогулкой. Хорошо. Так, угу. Оригинально на самом деле, очень оригинально с теми полами придумано, что нужно удерживать либо одну кнопку, либо другую, либо силу мамы, либо силу отца применять, чтобы не причиняло вреда. Ну что же, неплохо. Так. Продолжаем. Поздравляю, ты еще участвуешь в конкурсе названия самого большого идиота Лимба. Теперь ты еще на один шаг ближе к этому званию. Да чтоб такое-то? Как же так-то получилось? Стоп. Отлично. Так, теперь куда? Сюда? Офигеть. Что такое, блин, не придумают в этой игре? Я просто обалдеваю. Так, хорошо, а теперь... А, вижу. Вижу.
Раунд второй из семи. Насколько ты быстр? У тебя есть 30 секунд, чтобы разделаться с моими ничтожными слугами. Как мило. Поехали. 30 секунд? Да ты издеваешься. Это, по-моему, очень мало. Нет, мне кажется, я нифига не успею. 10 секунд, блин. Так, кто еще? Ну. А, все, успел. Окей. Из 7, значит, говоришь, да? У меня нет времени эту чепуху. Что за спешка? Ах, да, мучение и страдания этого мелкого отродья. Так, поверху пойдем или понизу? Пойдем поверху. Не беспокойся, когда Аманда закончит с ней, она ничего не почувствует. Вообще ничего. Сволочь. Так, хорошо. Теперь должно быть сюда. Офигеть. Прощай. Мне показалось, кто-то сзади вылупился. Ай, ладно, пофигу. Да росли это так. Пойдем дальше. Вот так, полагаю, арена для третьего раунда. Раунд 3 из 7. Мы почти на середине. Как думаете, мои милые гуляки? Добавим немного остроты происходящему. Да блин. Долбаные полы. Да чтоб тебя подбросило и разорвало. Ну уже давай. Готов. Блин. Готов. Нет, тихо. Да блин, только пускаешь кнопку, сразу получаешь урон, кстати, жизни у нас очень мало. Так, ну мы вроде выстояли. Немногие добрались до этого этапа, поздравляю. Похоже, все же у дьявола есть талант. Так, давайте-ка, наверное, все-таки здоровье пополним. Отлично, продолжаем. Мои любимые паучки, как я их обожаю. Да уж, офигеть, конечно, блин. Ну, надеюсь, месть моя будет медленной и жестокой. Становится все интереснее. Тебе нравится делать это с выключенным светом? Да, очень нравится. Порождение гнева. Четвертый раунд. Ну что же, хорошо. Сайт для продвинутых игроков. Разгон толпы. Атака фейерверк воскресшего. Великолепно действует в случае, если вы окружены слабыми врагами. Нажмите Y для выполнения фейерверка. Необходимо заблокировать в магазине улучшений. Тихо, тихо, тихо. Кстати, правда неплохо. Вот и все. Это было не трудно. Манда сыщет тебя с тех пор, как впервые тебя увидел. Помнишь ту ночь, Данте? Жду не дождусь увидеть твое выражение на его лице, когда я появлюсь вместе с твоим тощим трупом. Но это мы еще посмотрим.
Блин, офигеть. Декорации, конечно, эффекты вообще просто на высоте. Вот дизайнер уровня от меня очень большой респект. Выглядит все крайне круто. Так, этот готов. Теперь этот здоровяк. Not bad. Чистое убийство. Flower skill. Так, и что теперь? Понятно, что теперь. Идем дальше. Да, с каждой новой серии, с каждой новой миссии игра меня все больше и больше радует. Приносит все больше и больше удовольствия. Выглядит все просто крайне круто. Так, ну это простенько было. Я, кстати, кажется, понял, чтобы эту атаку этого огненного демона тоже можно пережить, просто зажав кнопку использования силы отца. Тогда эти полы не причиняют нам урона, который он создает. Что же это раньше так и не понял-то, а? Я начинаю понимать, почему ты так интересуешь Мандоса. О нет, господи, не интересуешь. Он хочет твоей смерти, а я обожаю давать ему то, что он хочет. Да, это я уже понял, это мы уже увидели, что ты обожаешь давать ему, что он хочет. Так, стоп, а дальше-то куда? Что-то немножко я не понял. Тут я активировал, хорошо. А, вот оно что. Не заметил. Хорошо. Ах ты ж, блин, что же. Почти зафейлил. Знаешь, Данте, слава — это забавная штука. Каждому нужен небольшой кусочек тебя. В частности, моим друзьям здесь. Позволь мне предоставить тебя одному из них. О, блин, я помню этого гада. Он очень жесткий. Да чтоб тебя. Да блин. Ну офигеть теперь. Блин, какой же он быстрый. Честно, я просто не знаю, как против него сражаться. Против такого быстрого гада. Да что? Тебя подбросило, разорвало. Давай, давай, давай. Хорошо. Быть может так? Как тебе? Вроде ему нравится. Блин, офигеть, вроде бы и то, и другое оружие наносит ему одинаковый урон. То есть и сила отца, и сила матери. Но в то же время и то, и другое оружие он может парировать и блокировать мои удары. Ну, конечно, старый добрый арбитр решает. Блин, опять он исчез. Сволочь такая. Ну что же, хорошо. А нам ничего не остается делать, кроме как продолжать. Блин, полжизни у меня отнял. Обидно. Ну ничего, я думаю, что мы все ближе и ближе к этой Лилит. Так,
Что у нас там с улучшениями? Ничего нет. Окей. И дальше куда? Сюда вниз? Конечно, у нас не хватает ключей, как обычно, ничего нового. А, вот оно что, сюда. Так, хорошо. Падшая душа. Обязательно возьмем ее. Так, супер. И активируем следующую кнопку, следующий путь. Что, Дан, ты скучаешь по своей подружке? Жаль, что ты так и не слышишь ее нытье и крики. Хочешь узнать, какие звуки она издает? Почти такие же, как и твоя мать, когда Аманда срывала сердце у нее из груди и съела его. Эта игра окончена. Так, и что, мы снова в клубе? Тащи сюда свою обвисшую демонскую задницу. Ну ладно, ладно, мой маленький. Я понимаю, мне тоже все это надоело. Покончим с этим. Прямо сейчас. Раунд шестой. Призрачный гнев. Что-то новенькое. Ох, не нравится мне. Ох, как не нравится. Вот эта атака, конечно, просто суперская. Чего же раньше я не использовал? По-моему, гнев она тоже радует. Все, что ли? Кровавый гнев. Понятно. Против этого поможет папочкино оружие. Ну что же, хорошо. Возьмем арбитр. Он меня еще никогда не подводил. Вот и все. Мяу, кстати, о животном магнетизме, Данте. Ты настоящий магнит для самок. Так, а вот теперь будет труднее. Сразу двух. Ходим, ходим, ходим. Да чтоб тебя. Блин, это будет вправду непросто. Тише, тише, тише. Да блин. Очень мало здоровья. Вообще на нуле. Так, что у меня есть-то? Фрагмент креста здоровья. И все, у меня в принципе ничего нету. По-моему, сейчас я умру. Ну хотя бы кого-то должен с собой зацепить или нет. Ну уже давай, давай, давай. Отлично, умер и пополнил мне жизни. Тем самым. Супер. Это тоже готов. Ох, да. Если бы я не вспомнил про дьявольский крюк или как он там называется, то все было плохо. Твоя очередь, Барби. Фу. Ну, битву, видимо, мы увидим уже в следующей серии, дорогие друзья. А на сегодня и так вполне достаточно экшена и эпика. Надеюсь, что вам понравилось. Ну а с вами был я, Валдай. Это была игра DMC Devil May Cry на канале Epic Type. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх и не забывайте про комментарии. Спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья. Всем пока-пока. I'm not listening, not anymore. The more I learn, the more I know.